Посмотрим, что там с Трайком. Не вижу. Проебали мы. Я влетел в него. А я его не видел. Я видел, он на спринте был, я бы догнал потом. Рекса такой вижу. Даже Рекс не вижу. Возле Трайк. Слева. Трайк с ним лежит. Рекс наш, да? Да, черный полностью. Угу. Трайк отдыхает там, да? Пойдем подыхаем. Да. Они там все на него накинулись. Кто? Гиги и Акра? Да. Меня увидели, сразу убежали. Ну, Акра плохо. Он тем более регенится будет еще. Часа полтора где-то. Час 40, по-моему. У него четвертый экран, скорее всего. И пара капель точно. Вон Гига. О, братишка, ты что тут забыл? А Алекс, получается, АФК встал на том месте, где меня убили, да? Бегу за ним. Попробую развернуть хотя бы. Давай. А у него стамина больше, чем у меня мало стамины. Райк, походу, отхилился. Да. Дайте пакет. Кидаю. Кинул. А он... Я к Алексу бегу. Так, все, знаю, обратно возвращайся к Трайку. Ты его убил? Да. Трайк идет за мной. Он для него нормальный. Надо, кстати, похавать Алекса, он там. Сзади меня. Ты убил? Ребята, вы где? Да, Гигу, да. Заходил я. Я тут Юту убил. Я насчитал 5 дилок. Да это хуйня. У нас есть Рекс. Которому они дают 3 капли и будет пиздата ему. Он сразу кайфанет. Так, слышу, дилки орут. А кто там еще есть, кроме дилок? Я ползу туда. Слышу тебя уже. Я уже по звуку не могу понять, кто. Раут, сможешь подсказать? Что, кого? Ну, помимо дилок, кто тут еще шипел? А, я вижу тебя. Я сзади тебя. Третий, четвертый и фуловый Рексик. Ты сзади меня? В лесу? Да. Я вижу Акра. Он лежит. Добрый вечер. И Гига идет. Лежит Акра? Да, лежит Акра. Регенится, походу. И сзади Гига. Сейчас на Гигу нападу. На Рекса напасть. Бля. Ломаешь Гигу, я зайду в жопу. Мал Гигу. Он ложится. Ну, его жалко. Ну, ладно. На таймер. Капец, их один... много. Капец, а чё так дилок много? Я говорю, здесь дилок очень много. Вообще фигово лежит. А чё это кто-то? Кто тут лежит? Рекс? Да. Угу. Раут, сзади тебя кто прошел? А, все, это наши. А дилки не наши, да? Дилки нет. А кто тут накусанный, вон, перед теркой? Все, понял. Сейчас я на Крексу. Я заползаю. Мне нужно отрегенить блит от Акра. Ну, дилки охоту открыли. Что-то они на спринте стоят. Ага, за мной только что бежала. Ой, только меня тут не подцапани. А, он вышел. Блять, вышел. А, 5 минут надо пригенить. Блин, гиги, блять, хуиги. Спиночи, приходите. Рекс поломает, Трайк наковыряет. Гига идет. Гига? Справа. Вот справа, в поле, где дилка бегает. Не туда да, смотришь. Нет. Справа от меня. Справа от тебя? Вот там да, вот? Да. Че, пойдем? Смотри. Спускается. Так, слышу дилок. Буду разворачивать я туда. Иду по лес. А траки одну дилку убили, оказывается. В лес я загоню тогда направо. Водолевее брать.
Народ, он Геррера еще к вам бежит. Геррера, пофиг. Она ничего не наносит. Добрый вечер, блять. Ой, бля, дала мне экран, блин. Два укуса, пиздец. Все, минус. Кто минус? Гига. 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 А. Я пойду в елки стану. Угу. Нет. Ну я типа все, да, как раз. Отрегенюсь, и я до 7 сегодня. О, вот здесь хороший куст. Вообще шикарно. Терки будут и пары дьябликов. Нормально, я хочу так проверить, как они выносят. Не, Рекса-то легко убьем мы одного, а вот. Да, мы диги губим, не переживай. Двух гиг. А что, будет 2 гиги? Ну, планируется. Я думал, Сари, ля-ля-ля, на спринт, сел. Ну, давай. Нет, подожди, Миха, не нападает. Дождемся новые. Где Ха, мы? Так они на гигах. Ну, а они же потепнутся. Кто тебя убил? Я тебе 2 леща дал, 1500 урона. Я его сдох. Убила. А-а-а. Я его тэпнула к себе, громнула и убила. Миха, дождись нового, сейчас мы начнем. Не хочу с одним, мы тебе все равно завалим. Да публик. А ты куда? А ты какая? Бублик. Я уже ему лещей даю. Попала. Ты не попала. А вот бублик попала. Не попал ты долго. Хорош! Он упал. Он тут и был, он тут и лежал. Мне начальник. Да вон парк скатывается, посмотри, красиво. Падает. О, ля, да, в натуре. А уже чуть-чуть уже как бы сползла. А у меня она не сползает больше. Она у меня сползает. Ну, может, только если медленно. Что-то шевелится, типа, я вижу, что там что-то меняется, но... Да, это левая нога болтается. Ой, сейчас походу этот пизданется. Ну-ка, Диаблик, иди подтолкни, Пуэрт.